Пришел я на проект, так как я уже хотел посмотреть свой голос, есть или нет, где на ухо наступили, что-то так. У Марата Налыбаева три заветные мечты. Моя мечта только одна сбылась. Это моя мечта сняться в фильме. За второй мечтой Марат пришел на X-Factor. Да, X-Factor может помочь мне осуществить мою вторую мечту. Тогда уже будет два мечта исполниться. Актерский и певческий вокал. Но не будем забывать про третью мечту Марата. У меня есть третья мечта – жениться и создать большую семью. Добрый день! Давайте будем знакомиться. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Марат. Откуда вы? Алматы. Сколько лет? 38. Чем занимаешься? Установщик лифтов. Дети есть? Нет, холостяк пока. Бойдакск. А музыкой когда-то занимались, нет? Не, я музыкой не занимался вообще. Просто так, иногда пел. Мне просто дед раньше пел, как говорили, мы его деда не видели. Поэтому наследственность какая-то пошла у нас. А кто ж сказал тебе прийти сюда? Внутренний голос. Да ну! Давай, Оля Ханыч, что будешь петь? Александра Градского. Что внутренний голос тебе сказал? Как молоды мы были. О, это серьезно. Очень сложная композиция. Постараемся. Хорошо. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Нас тогда без усмешек встречали. Пожалуйста, коллеги. Не пойдет так, вы не поете совсем. Хорошо. Я говорю нет. Я говорю нет. Я говорю нет. Сейчас, ты нет, вы не проходишь. До свидания. До свидания. Я не согласен с жюри, но моя звезда все равно загорится. Это вы еще увидите.